Программа «Польша, Беларусь, Украина» на протяжении многих лет поддерживает процессы трансграничного развития приграничных районов Польши, Беларуси и Украины. Как правило, это софинансирование проектов, направленных на улучшение качества жизни людей на этой территории. Инициатива «Чистая река» – главный приоритет, одна из них. Сама программа трансграничного сотрудничества Польши, Беларусь, Украина уже имеет на сегодняшний день 17-летний опыт работы в целом. То есть это уже значительный промежуток времени, и действительно много было реализовано. В частности, это порядка 400 проектов на сумму порядка 400 миллионов евро. Все это было реализовано, и участвовало в этом всем, ну, примерно тоже по нашим подсчетам, около 1000 организаций из Польши, Беларуси и Украины. Большой проект направлен на сохранение природного наследия в бассейне реки Буг. Именно поэтому в рамках итоговой конференции звучали такие актуальные темы, как природные ресурсы, развитие туризма, оптимизация водного хозяйства, охрана природы и экологическая безопасность. С учетом того, что все участники большой дискуссии имеют непосредственное отношение к науке и промышленности, разговор получился достаточно интересным и актуальным. Конференция посвящена, соединению науки, производственников, эксплуатационщиков, дабы, скажем так, внедрить те передовые научные разработки в производство и, скажем так, начать использовать, эксплуатировать тот полученный научный опыт в каких-то реальных производственных условиях. Немаловажно в рамках реализации таких проектов вести постоянную работу с людьми. Кроме того, в приоритете создание качественных условий для проживания, в том числе и возведение новых объектов очистки воды. Сегодня в Жабинке в этом направлении ведутся работы. Существующие очистные сооружения не 1977 года, введены в эксплуатацию, они уже не соответствуют ни современным требованиям, не справляются с мощностью, ну, недостаточно их мощность. Новые очистные сооружения у них будут мощность 3000 метров кубических в сутки, вот, что будет достаточно для города, который развивается. Тем более у нас город сейчас, Жабинка стала, это город-спутник города Бреста. На данный момент у нас уже строительная готовность составляет практически 80% всех очистных сооружений. Осталось только закупить технологическое оборудование, смонтировать его, ну и ввести в эксплуатацию. Планируется это завершить все работы и ввести в эксплуатацию очистные сооружения в мае 2021 года. Новые очистные сооружения в Жабинке. Более 4 километров канализационной сети в гмине Тересполь. Площадка отдыха с малыми архитектурными формами и гидроэкологический центр на базе Полесского аграрно-экологического института. Итоги, которые должны получиться от реализации двухстороннего проекта, впечатляют масштабом. А комплексная совместная работа, проведенная при разработке и реализации проекта, станет основой для дружеских отношений и плодотворного сотрудничества между регионами и научными кругами на долгие годы.